Знаете, мы часто заботимся о полной ерунде. Это если остановиться и подумать. Кому до этого будет дело через 1000 лет то, о чем мы сейчас заботимся? Кто выиграл суперкубок 5 лет назад? А кому какое дело? Это не важно. Взрослые мужчины борются за мяч. Это не грех, это просто глупо. Парню платят 5 миллионов. Мы заботимся об очень тупых, глупых вещах, если вы остановитесь и подумаете. Кто-то меня спросил, как там суперкубок, кто выиграл? Я говорю, а когда? Он говорит, сегодня. Я говорю, а кто играет? Да, честно, я не знал. И мне было все равно. И до сих пор не знаю, и до сих пор все равно.